Ребята, всем привет! Всем приветики! У нас уже 5 часов вечера, мы только освободились, очень сильно голодные, и сейчас едем, точнее уже приехали, в кафе, суши. В общем, сейчас все сами увидите. Были уже здесь на нашу годовщину, решили еще раз сходить. И там, наверное, очередь просто огромная. Надо записать себя в лист ожидания, сколько человек. Сколько перед нами? Раз, два, три, четыре. Четыре пары. Мы в прошлый раз за тем столом сидели, теперь за этим. У-ля-ля! I'll get the server for you. Сразу спросила такая. Здесь можно заказывать на таком вот айпаде, а можно прям с конвейера брать. Стоит одна тарелочка $2.5. И что здесь? Что здесь получается одинаковая цена, как бы. Но тут несколько роллинов, а если тут заказываешь, 3 раза больше берут. Вот, но мы, наверное, вот таких очень много себе закажем разных. Вот эти, кстати, очень вкусные, Salmon Taco. Секси Мамбо, я не помню уже. А ты что себе взял, то же самое? Нет, это шримп. А, у меня лосось, да. О, вот эти можно. Бонзай? Точно? А, вот прям три горяченькие, видишь, еще. Так. Ну, как бы, это очень удобно, что тут пришел и сразу такой с конвейера набрал. Не надо ждать, что-то там заказывать. Ну, и удобно, что тут заказал, не надо, как бы, официанту говорить, чтобы он повторял, что-то там не понял или еще что-то. Да, тут сразу раз. И, кстати, тут, когда делаешь заказ, то заказ не официант приносит, а тебе он на конвейере, вот такая машинка подъезжает и привозит. Я потом как-нибудь покажу, если мы будем что-нибудь заказывать. Катя заказала горячий чай, а я шкую и пепси я заказал. Вот эти суши еще не пробовали. И... Не знаю, что за рыба сверху. Здесь вроде тунец сверху, да? Да, вот это тунец. А это... Ой, это с лобстером. А еще мне вот так нравится вот это... Овощ какой-то. Катя говорит, это редька. На вкус просто безвкусная, и мне прям нравится она. Ну, это не редька, это, по-моему, таро называется. Таро? В общем, это что-то... Понравилось? Вот так приезжает заказ. Сейчас уедет. Смотри. И уехал. Лобстер попкорн заказали. Очень вкусный. Мы попробовали 7 различных суш. Очень все вкусные, нам прям очень сильно понравилось. На самом деле очень сложно здесь остановиться. Как бы около тебя они ездят, и ты хочешь брать, пока я просто не лопнешь. Но мы уже знаем, что здесь такая фишка. Ну как бы все равно спишь и не сразу насыщаешься. Уже примерно знаем, сколько надо. Поэтому... Мы такие съели последние, сразу назвали, нажали кнопку типа попросить счет, чтобы не, а потом мы не остановимся. А, вот Dragon Roll еще попробовать надо, да? Здесь, кстати, видно кухню, прям можно посмотреть, как они готовят. И вот видите, там есть такие холодильники. И вот как в фильмах показывают, мне так охота туда попасть, посмотреть, что там уже. Пашка пишет чаевые. В Америке обязательно оставлять надо чаевые, примерно 10%. 10-15. 10 это как бы вообще такое. Ну, да, 10 минимум. Минимум. Какой красивый закатик розовенький сегодня. Мы сейчас едем в очень прикольное место. Музей, между прочим. Музей? Да, культурно обогащаться. Игровых автоматов. Это место называется Пинбол Зал Славы. И здесь коллекция, знаете, вот эти игровые автоматы пинболов очень много. Очень старых. Некоторым по 70 лет, 60-70 лет, такие старые вообще. И их здесь нереально много, вы только посмотрите. Найти автомат, как в сериале. Stranger Things? Да. Очень странные дела, я тоже самое подумал. И он здесь по-любому есть где-нибудь. Можно я быстренько пройду, показать, что здесь вообще нереально, очень много. Как бы, ну вы понимаете, да, несколько рядов, тут всякие разные, чтобы будем ходить, смотреть. Пойдем разменяем деньги, вот тут можно деньги поменять. Мы сорвали куш! Вау, вот этому автомату, мне кажется, лет 100. Лет 100? Уточки.
А что, ну давай, можно сыграть? Там, смотри, еще на веревках, он не электрический какой-то, а механический. Типа, знаешь, офигеть. Очень странно. Паша нашел первую жертву. Снайпер. Смотрите, какое тут, какое оружие. Так, что, кто как стреляет? Вау! Ты попадаешь? О, попал. Я вот не понимаю, куда я попадаю. Вон наверху. Вот здесь прям такие автоматы, как кино показывают. И мне кажется, какие-то из этих похожи на Stranger Things. Тетрис. Такие вообще не старые. Вот это смотри, такой же, как там был. Да, да. Вот, смотри, там тоже. Так, вот Бомберман какой-то. А ты не помнишь, во что они играли? Не в Пакмана? Вообще не помню. Ну что-то мы не подготовились. Ого! Что это? Мы загуглили, и они играли вот какая-то Септи, чё? Септипайт. Потом еще Dragon's Lair там была, и еще вот какая-то снизу. Это что такое? Дик-дак. Они во много игр, оказывается, сыграли, я тебе скажу. Я почему-то думал, они во втором сезоне в одну игру играли, и там типа, а, Макс, там супер-мега крутой, оказалась девчонка. Ну что, ты-то хочешь поиграть в какой-нибудь? Может, на самолете хочешь полетать? Я хочу в пинбол. Давай какой-нибудь прям супер-мега старый. Это что такое вообще? Раньше такие смешные игровые автоматы были, тут даже боулинг есть, смотри. Нифига. Так, я заставляю Катю сыграть со мной в хоккей. Смотрите, какой забавный. Стоит 50 центов. Кис, ты готова? Сейчас будет все очень серьезно. Я готова. Закатала рукава. Так, раз, два. И теперь? Ага. О, кис, погнали. Бом! Ты проиграла. Смотри, у меня преимущество, он ко мне наклонен. Давай. Шип. Ты просто крутишь, что ли? Да. Ты вообще... Кстати, прикольный... Как так вышло? Почему он в твою сторону? Ну ты не очень, кис. Ну мы не очень вообще, кис. Да я не успеваю, как так-то? Ничья. Победила дружба, 4-4. Кис, давай, теперь твоя очередь выбирать игрока. Я хожу и смотрю. Ты вот, может быть, хочешь вот полетать? Что это вообще? Это странно, что смотри. Это? Тут что-то космос какой-то, надо летать. А, ну тут инструкция очень сложная, очень сложная. Пойдем, где полегче, где надо одну кнопку нажимать. Сейчас представляешь, если мы правда найдем игровой автомат? Да, вот он. Да, вот они играли в Dragon's Lair. Как это? Dragon's Lair. Они играли, вот в эту написано было. По-русски игра называется «Убежище дракона». А чё? Это не та, это какая-то, смотри, кис. Это Марио. Чё вообще, я что-то не поняла. Они меня хотят обмануть. Я что, думаете, Марио не знаю? Чё к чему? 1983 год. Nintendo. Марио Бразерс, видишь? Вот обманщики. Тут написана одна игра, как вот здесь другая. Жульена, видно сразу. Катя выбрала старый пинбол под названием цирк. 50-х. В 57-м году он сделан. Нифига себе, это ему очень много лет. 60 прикольно, лет. Прикольно, да, что подписано? История? Да. Да, кстати, вот тоже написано 1957 год. Два шараки, срочно! Да блин. Три, кисы, там три! Да что такое? Они все в центр летят. Вообще какой-то такой маленькая эта штука такая. Да, да, да. Вот и все. Окей. Допустим, ап. О, работает.
Даун. И теперь смотри право. Зачеркни побольше. Давай. И теперь наверх. Наверх, направо. Наверх. А нет, давай смотри, теперь надо левее. Наверх. А, Пашка. Какашка. Все прокинул. Даун. Сколько я? Что-то там 0,5 вообще, видишь? Чуть-чуть, да? Я-то думаю, что там мужчина с усами ходит приклеенными. Вот почему. Мне вот такие попали. Ты сейчас тоже будешь ходить с усами? Как их сделать? Надо приклеить. Так, я еще не видел, что там получилось. У меня какие усы. Давайте вместе посмотрим. Они отклеились. Как знаешь, актеры там показывают в фильмах, такие переодеваются, и у них ус отклеивается. И у меня тоже. А как там у чувака ходил, у него прям так держались, и нехорошо. Потому что ты их когда достал, ты их уже весь потрогал. Да нет, это... Ты просто шевелишься как раз. Ну-ка, улыбнись. Да. Все, они упали. Катя просто увидела какую-то коробку и сказала, я хочу. Даже не знаю, что это такое. Здесь какое-то просто очень странно туда смотреть. Так... Что там происходит? Расскажи нам. Там, там какой-то должен идти бой между вот этим чуваком и этим. Буквально, посмотри. Там прям показывают, как они дрались, нокаут. Это фотографии, они листаются, и получается фильм. Классно, да? Все, нокаут. Баскетбол 1966 года, стоит 75 центов, и мы сейчас будем играть в баскетбол с Катей. Очень классно выглядит, как космический корабль какой-то так. Классно, что такие же деньги у них сохранились, как 100 лет назад. Кейс, появился мяч, ты что, не видишь? Так это какой? 13, смотри. Это мой 13. У меня 7, ну-ка. Ты мне гол забила, ты видела? Я даже, кажется, не заснял. Ну-ка, 9. 4. Все, очень сложно. А ты еще раз забила. Подожди, Кис, я не успеваю. Да ты хватит. Мне нравится. Да ты 8 подряд забиваешь, успокойся. Да хватит. А у тебя работает вообще? Да, вот, я забил тебе! Катя просто порвала мне 14-10. Мы нашли какой-то 8-этажный пинбол с цирком, связанный 93-го года. Здесь прям, смотрите, я даже не вижу, откуда мяч вообще вылетает. Не знаю, Кис, можешь сейчас откуда это отсюда скатиться. А ты запустила его уже? Нет. Так запусти. Вот. Минус один мяч. Они какие-то неудобные. Киса, ты чё? Да! Он ржёт над тобой. А, чё? А ну ты быстро, я смотрю, играешь. Да посмотри, сколько там расстояния, мало. Вообще. Точнее, наоборот, много. У Кати вообще миссия, чтобы он куда-то закатился, и там пошла музыка, все начало греметь. Ну вот он закатывался только. Да, он сейчас закатился. А что ты не ударила? Ты могла той тоже шевелить, видишь? Точно! Боже, это так смешно! Прикольно! Где он? Блин, не страшно! Он так смеется забавно. Вот это, кстати... О, ты видела? Целых 2,5 минуты играла. Мы нашли еще один автомат, который играли... Очень странные дела, называется сороконожка по-русски. Давай мы его тоже сыграем. Вот это точно настоящий. Сейчас Катя покажет всем скилл свой.
Точно ты поняла, что делать надо? Ты убивай эту козявку тоже летающую или убегай от нее? Ты можешь типа вперед-назад по-всякому. Там такой джойстик управления классный. На Катины руки. Это вообще... Забавно, у Паши другого цвета она. Я просто прошел первый уровень. А, да? Да, у меня вот смотри, сколько очков. Пока вот из всех мне больше всего эта игра понравилась. Нет, выше, оказывается, нельзя, стой. 14 тысяч, да я почти рекорд здесь побил. Вообще молодец. Посмотрите, во что хочет Паша поиграть. Ты готова? О! Чё, себе? Это вот все, это я... Нифига себе! Вот это класс! Я не... Фишка в том, что она сама автоматически хватает, я что-то не подозревал. Я хочу еще раз. Так, пойду менять деньги. Классно, что с ним? Сумасшедший мальчишка. Еще! Еще! Еще хотим! Мне кажется, что вот если я делаю по центру спать. Смотри, готово? Раз, два, три. Не захотел что-то играть с ним. Ну, он тебе уже намекает на то, что как бы... Давай, медведя за бошку, хватай! Мы выиграли! Это же Изи медведь! Кис, держи, я выиграл тебе медведя. Спасибо. Такой прикол. Мы первый раз, кстати, в таких автоматах выигрываем. Да мы играем первый раз. Всегда обычно побеждаем. Да. Представляете, Катя ни разу не играла в Пакмана. Это такая, знаете, стандартная, дефолтная игра прям. Я помню, играл... О, кстати, тебе... Нельзя, да, да, я забыл тебе сказать. Тебе надо... Во-первых, тебе надо собрать вот эти все точки и бояться вот этих козявок. Вот это вот возьми, что-то мигает, это что-то очень хорошее. Что-то... А, нет, что-то, Дима, плохое. А, потом, кстати, там есть какая-то фишка, что ты их тоже можешь есть. Я не знаю, когда только. Но вообще тебе надо собрать все... О, вишенку ешь. На вишенку у тебя было скушать. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее. И последнюю! На последний кис! Game over! Будешь еще? Нет. Мы уже вернулись домой, налили себе чаю, наш предсонный ритуал. Значит, мы скоро пойдем спать. Смотрите, кто у меня есть. Мы дали ему имя Дуглас. Дуглас? Да нет, конечно. Я не помню. Майк? А, ну! Ты чё, Майк? Это Майк из «Очень странные дела». Так он страшненький на самом деле. Ладно, ребят, будем уже с вами прощаться. Увидимся с вами завтра. Всем удачного дня и пока-пока. Пока-пока. Здесь какие-то обманчики. Почему-то написано «Пакман», но Катя играет в какой-то спейсшип и стреляет. Я вообще ничего не понимаю. Мы уже вернулись домой, налили себе чаек. А это значит, что мы скоро пойдем спал. Скоро пойдем.